витископ. Мы говорили про то, как нелепо у нас построена система управления, именно как управление. И вот как в этой системе управления есть среди многого, среди прочих вопросов управления, вопрос управления закупками. Ну, просто это ж смешно. Министерство спорта управляет закупками запрещенных препаратов. Получается, что начиная с того момента, когда начали централизованно все для всех закупать, по дороге потеряли определенные виды спорта. Ну, например, опять я могу сказать, баскетбол, потому что досконально знаю ситуацию. Перестали одевать сборные по баскетболу. А нафиг их одевать, их много. И они нестандартные. Надо же там ломать голову, там, значит, отдельные размеры, размерные сетки. И получается вот весь этот апофеоз закупок билета. И на вершине всей этой вот пирамиды нелепой стоит централизованная закупка допинга. Как бы вот мы сказали, да, вот это, эти слова, и как-то уже ничего не добавить. Непонятно. Не добавить, не отнять. Плакать или смеяться, то есть вот что сейчас? Ну это зависит, как на этом, вот сейчас узнаем, как руководство министерства на это смотрит, и тогда будем знать, заплакать или смеяться. Не, ну я могу сказать, оно смотрит на это так, что с одной стороны оно точно уверено, что оно управляет этими закупками. С другой стороны, оно уже четвертый месяц пытается найти, кто конкретно. Ну вот, в министерстве. То есть одновременно утверждает, что мы управляем, расписывается в том, что не управляет. Ну, раз ответственного внутри нет. Ну, такие слова, конечно, они не пишут, но выходит, что да. Ну, вот отсутствие ответа, это что же ответ? Ну, нам остается делать выводы. Это расписка, на самом деле, никто никогда не обвинит там министра или замминистра, подписавшего такой список, что он состоит в сговоре в употреблении наркотиков, этих самых допингов. Я думаю, что на самом деле это расписка в пустоте и неосмысленности работы системы. Вот когда двигаются большие документы, большие по объему, и абсолютно бессодержательные, до того, что... Партия товаров там большая по закупке. Но бессодержательные до такой степени, что они даже не понимают люди на вершине. Александр, пирамиды. Вы понимаете, не мудрено среди тысяч препаратов затерялось 10 запрещенных. У меня вопрос. На этом списке виза врача стоит? Нет, список, там еще интереснее. Список прислал замминистра, правда, бывшая. Вопрос... Не, врача там нету. Специалиста в фармакологии там стоит? Понимаете, там может стоять подпись не специалиста в фармакологии, там может стоять только подпись, если мы говорим про запрещенные препараты, лечащего врача. В Федерации баскетбола есть главный врач сборных, который занимается, в том числе посещает семинары, и получает специальную литературу и вот эти вот методички по спискам ВАДА и так далее. И любой, и еще кроме мужской национальной сборной, женской национальной сборной, еще есть 6 сборных 16, 18, 20, мужчин и женщины. И там большой контингент врачей. Так вот, в закупку от федерации не идет ни один платеж, если он не завизирован главным врачом. Если главный врач пропустит в этом списке что-то, что Но потом это его будет проблема, это его персональная ответственность. Если министерство не может выставить человека, который персонально ответственен за список, Александр, что список я прошу прощения, понимаете, вы назвали систему, как она нормально должна, в нормальном штатном режиме должна работать, когда федерация сама ответственна за... Мы по кругу замкнулись. А мы всегда будем так в него замыкаться. Люди, которые управляют сегодня министерством, должны ответить, систему надо реформировать, если функционирование происходит пустое и бессмысленное. Ну, хотя бы просто пусть они скажут, почему они покупают запрещенные препараты. Витископ. Спортивное видео.